выйдем на море. Сегодня не жарко, солнышка почти нету. Уже иногда накрапывает дождик. Только что встретила людей из Франции. Ну, они родом из России, но уже давно живут во Франции, с 90-го года. Пожилые. Мужчина какой-то, возможно, инженер или ученый, потому что его еще тогда пригласили во Францию. Вот, интересные люди очень. Красота какая. Пляжи практически пустые. Сказали, что выехать или въехать сюда людям из России, Украины практически невозможно. Россия закрыта. Много французов, много немцев, так себе, англичан не очень. Видимо, пока еще не... Ну, выезжать им легко, я думаю, просто, может быть, не решаются. А так, конечно, на море обалденно. Ну, это не мой пляж, это сюда я приезжала по делу, в эту деревню. А на пляж на свой я поеду завтра или послезавтра. Мы прям возле водички, аж тепло ногам, водичка теплая. Ну, какая прелесть, здесь пахнет соснами и морем. Такой хороший свежий запах. Спасибо.